асфальте мелом. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время, маленькую тайну. То, чего не знаешь, что не скажешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пуш, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Спасибо нашему учителю физкультуры за этот музыкальный подарок. Дорогие наши выпускники, когда вы переступили порог этой школы, вы были вот такими маленькими, несмышленными птенцами. А теперь вы можете свободно расправить свои крылья и лететь. Лететь навстречу мечтам, навстречу, что вам уготовила судьба. Что я еще хотел сказать? Микрофон поближе! Макс! А теперь... Дискотека! Тополиный пуш, жара, июль, ночь такие теплые. Ну что, у нас все готово? Да! Это будет лучший прикол за 10 лет! Может, не надо? Вадь, это женщины, они любят мужчин с чувством юмора. Дай 5. Ну что, готовы поржать? Вы уверены? Этот выпускной не запомнит надолго. Пошли! Ребят! Специально в честь выпускного мы испекли для вас торт. О, там сладкое. Как мило. И у нас для вас есть сюрприз. А следующая песня специально для наших девчонок. Мягкий шелк простыней мне напомнит нежность руки твоей. Мне не спится опять. В эту ночь могу я лишь мечтать. Так, сделали музыку потише, потише. Ребят, минутку внимания. К нам приехал фотограф сделать общее фото. Выпускной альбом, так что быстренько все поднимаемся на сцену. Быстренько, быстренько. Становимся ровно. Приготовились. 3, 2, 1. Улыбаемся! У таких беспредельщиц, как вы, никогда не будет мужей, ясно? И у таких чмошников, как вы, никогда не будет жен! Овцы, вы за это ответите еще! Вы ввязались в вечную войну, дегенераты! Готовы ли вы, Вадим, Константин и Максим, взять в жены Злату, Кристину и Софию? Готовы. Готовы ли вы, Злата, Кристина и София, взять в мужья Вадима, Константина и Максима? Готовы. Жить с ними в счастье. Готовы. Готовы. Радости. Готовы. И горе. Почему именно мы в горе? Готовы. Быть верными супругами. Готовы. И любить друг друга. Готовы. Пока смерть не разлучит вас. Да блин, почему смерть разлучит именно нас? Макс! Готовы, готовы. Тогда объявляю вас мужьями и женами. Тройная свадьба мы сделали! Вадик, а ты не помнишь, зачем ты своего начальника к нам на свадьбу пригласил? Злат, ну давай не сейчас, а? Музыка громко играет. Вообще неподходящий момент. А у тебя уже 4 года неподходящий момент. Ты и дальше собираешься на него пахать за эту зарплату? А? Ладно, пойду поговорю. О, пап, отличная свадьба. Спасибо тебе от нас, от всех. Упс. Все нормально. Я думал, ты решил семьей обзавестись. Ума набрался.
А ты чего вчера на мальчишнике устроил? А что? Че, полицейским? Деньги в трусы засовывал. Зачем, сынок? Ну зачем это делать? Так я думал, это девчонки решили прикольнуться и вызвали нам стриптизеров. Еще одна такая выходка. Я все твои кредитные карты заблокирую. Понял? Жених. О, вот он, герой. Молодец, что пришел. Садись. Некуда. Ладно, постой. Друзья мои, вы не представляете, какого умного, талантливого и, самое главное, трудолюбивого сотрудника подарила мне судьба. О, жаль, Вадим его на свою свадьбу не пригласил. Шутки про меня. Супер. Давай-ка я тебя познакомлю со своими новыми друзьями. Потрясающие люди. Мы знакомы. Это как бы стол моих родственников. Привет, бабуль. Вчера пришел новый крупный клиент. Мне надо, чтобы ты для него за недельку всю аналитику подготовил. Информацию у тебя уже на мейле. Справишься? Подумаем о твоем повышении. Это просто отлично. Подожди, Макс, ты что, до дома потерпеть не можешь? Да это просто идеальное место. Понимаешь, это то, о чем я мечтал. В смысле? О чем ты мечтал? Ну как? Каждый мужик мечтает переспать с невестой на свадьбе друга. А тут как бы и друга не продаешь, и невесту ломать не надо. Подожди, ты сам-то понял, что сказал? Все будет хорошо. О, слышала? Все будет хорошо. Так стоять! Рановато ты женился, повзрослеть тебе надо, мечтатель. Отец сказал, что лишит меня денег. Ай, да ладно тебе, у нас свадьба, потом расскажешь. Ты что молчишь? Есть подарок нам на свадьбу? Там появился новый клиент. Нужно будет поработать во время путешествия. Чуть-чуть. Но зато потом обещал повысить. Прям так и сказал? В общих чертах. Торт готов. Через минуту, окей? Парни, торт готов. Пора дарить Джонам наш подарок. Макс, давай путевки. Макс, ты путевки заказал? Да, конечно. Еще 2 недели назад. А, ну тогда кидай их сюда и догони нас. Любимые наши жены, в этот счастливый для нас день мы, как ваши новоиспеченные мужья, хотим сделать для вас небольшой свадебный подарок. Девчонки, идите к нам. Телефон Макса? Да нет, читайте там. Поздравляем, вы забронировали свадебное путешествие на Кубу! Ну а теперь праздничный свадебный торт! Месяц выпускной! Мы столько лет ждали этого! А руки вверх можете? Чтобы к концу отдыха выучили руки вверх. Руки вверх. Злата, аккуратнее. А мы перепихнулись в туалете самолета. Ну, Макс! Обязательно это всем рассказывать. Слушай, Сонь, если нельзя никому рассказывать, то какой смысл это делать в туалете самолета? Дважды.
Блин! Все возвращаемся в Москву. Ты про туалет заговорил, я вспомнил, что мы наш тульчак дома оставили. Так, стоп, без паники. Я все взяла. Просто мы с Костей привыкли к своему. Ну что, все счастливы? Пойдем? Опа, не, сын мой, разденься, жарко же. Нари, не? А ну быстро разденься, стыдно же. Gracias very much. Bienvenidos. Добро пожаловать в наш отель, полный кубинского колорита. Меня зовут Хуан. Ты реально Хуан? Это и есть кубинский колорит. Я вижу, вы бронировали две виллы для новобрачных. Вообще-то мы бронировали три. Да, Макс? Да, конечно, три, стопудово. Вроде. Это ваша ошибка, но мы ее исправим. Пока заселитесь на две виллы, позавтракайте, а мы что-нибудь придумаем. Сейчас. Вечером я закажу вам лучший столик в ресторане. Спасибо, Карлос, или как там тебя? Кирилл. Но мне больше нравится Карлос. Как только будет готов третий домик, я принесу вам ключи. Ребят, я предлагаю, чтобы мы с Костиком заселились в одну виллу, а вы вчетвером во вторую. Ну, пока не решится проблема. А почему мы должны все вместе заселяться? Все же накосячили, доверив бронь Максу. Значит, и страдать должны все вместе. Mm-hmm. Правильно, Вадим? Да-да, милая, ты всегда права. Mm-hmm. Сонь, а давай добровольно откажемся от этого домика. Поживем пару дней на пляже, дикарями. Будь круто, романтика! А? Макс, нам не по 18 лет, чтобы дикарями на пляже жить. Значит так, ребят, вы мужики, давайте разбирать по-мужски. Ну чё, пацаны, как обычно? Ну да, как обычно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Похоже, мы без нас весело. Окей, селимся втроем. Девчонки, а вы куда? Так, так, не успели приехать, а уже обиделись. Да ладно, пацаны, забейте. Хотят пожить одни, пускай поживут. Ну что, добро пожаловать, парни. Как же здесь отвратительно красиво. Как по мне, девчат, так мы удобно устроились, да? Угу. А мы тоже не жалуемся, да, парни? Меньше женских чемоданов, больше свободного места. Никаких тебе грязных носков под кроватью. А я наконец-то увидел батарею в ванной, без вечно сохнувших бюстгальтеров и стринг. Никто вечно пукающий, рыгающий и чешущий свои прибамбасы по дому не ходит. И не надо доставать из ванны каждый раз по 2 килограмма волос. А где ты взял креветки? Там больше нет. Я забрал все. Ты же не любишь креветки. Зато их любишь ты. Вадик, что-то мне не хочется креветок. Угощайся, дружище. Мы с Вадиком на время отпуска решили сесть на овощную диету. А может, он сам будет решать, что ему делать? Ешь. Тряпка. Нет, мы мужики и будем есть то, что захотим. Вот я хочу перец и буду есть перец. Мы тоже будем есть то, что захотим. Совсем не остренько. Сладенький перчик. Макс, придурок, это было новое платье. На тебе. Что ты ржешь, чмошники? Ну чьи, блин? Ты знаешь, сколько стоит эта рубашка? Да мне наплевать. Ты хотела креветку, получи. Нет, нет, нет. Не смей.
Третья вилла готова. Вот ключ. Доброе утро, дорогие миллионы! Впереди очередной прекрасный день, полный приключений и любви. Отличное начало отдыха нам устроили мальчики. Ну, может, поступим мудро и извинимся первыми, а? Не парься, через полчаса сами на коленях приползут и будут просить прощения. Может, поступим как настоящие мужики и извинимся первыми, а? Нет. Так они будут думать, что они правы. Да они в любом случае будут думать, что правы. А давайте проучим их. Подкинем в туалет пиранью. Они сядут на унитаз, а там... Ать, ать, ать! Макс, ну не говори глупости. Ну, пожалуйста, ну умоляю. Ничего себе. Пожалуйста. Уже репетируют, как извиняться будут. Ну, пожалуйста, умоляю, давайте пиранью в туалет. Перестань. Надо им сделать какой-то сюрприз. Угу. Сюрприз? Понял. Угу. Сейчас будет. Один мудрый человек сказал: ценность отношений определяется не количеством ссор, а скоростью примирений. Конфуций? Нет, это из статуса ВКонтакте. Сейчас будет там сюрприз. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Макс, красава! Вот не ожидал. Подожди, это что, это медуза в аквариуме? Нет. Ага. Не, ты что, окунул свои... Ага. Стакан? Ага. Макс, ты что, макнул свои причиндалы в коктейли наших жен? Ну а что, у нас же типа война. Вы же сами сказали, сюрприз. К тому же я макнул всего в один. А если этот коктейль попадется именно моей Злате? Ага. Или Костиковой Кристине? Макс, ты тут реально перегнул. Главное, чтобы девчонки об этом никогда не узнали. Ты что, выложил это в Инстаграм? Хэштег сюрприз. Из-за этих уродов мы вышли замуж? Ненавижу это. Мужики никогда не поймут, на какую боль мы идем ради красоты. Угу. Вот бы и нашим мужьям устроить апелляцию. Девчонки, я придумала, как отомстить парням за коктейли. Все остальное. Приветик. Я слышала, что по размеру доски серфера можно судить о его мужественности. И какая же из этих досок ваша? Моя малышка лежит в подсобке. С удовольствием бы посмотрели. У тебя для этого слишком обычная внешность. У тебя, кстати, тоже. А вот этой лупоглазой я бы показал. Пойдем познакомлю тебя. Есть тут у меня парочку досочек. Так как ты говоришь тебе? Соня. Соня, знакомься. Джессика. Потом покажете. Угу.
Ну что, сосунки? Это там на берегу вы, может, были крутыми парнями. А здесь, в открытом океане, вы все пока еще сосунки. А, вообще-то мы еще на берегу. Да. Это до прилива. Итак, доска как женщина. Кладем женщину на песок и ложимся на нее лицом вниз. Молодцы. Далее. Резко отталкиваемся руками и встаем на доску ногами. Выполняем. Еще раз заглянись. Встаем. Парни, парни, что происходит? Парни, с меня хватит. Давайте уже помиримся с ними, а? Нет, мужики. Теперь мы им просто обязаны отомстить. Я даже знаю, как. Может, не надо? Надо, надо. Как? Мы заберем у них самое дорогое. Внешность. Карлос, а? Ты знаешь, где можно взять автозагар? У меня. Остаться дома. Тогда парни будут считать себя победителями, и мы должны вести себя естественно. А мне нравится, будто кто-то из моих предков переспал с леопардом. Добрый вечер, девушки. Прекрасно выглядите. Прекрасная месть, пацаны. Ничего хорошего. Мы их только больше разозлили. Спокойно, Вадик. Предлагаю тост. За нас, мужики! Умных, красивых и, что самое главное, с равномерным загаром. Оля, мучачос! Добро пожаловать на Кубу! С завтрашнего дня в нашем отеле начинается семейный конкурс. Шуля, гранде фамилия. Три дня, три конкурса. Победившая семья выигрывает еще неделю отпуска! Кто готов участвовать? Мы! Ты что творишь? Ну как чё? Наши мужики уедут, а мы ещё неделю с вами здесь классно отдохнём. А вы семья? Да, мы семья. Семья лесбиянок. Троём. Троём. Что-то мало верится. У нас серьёзный конкурс, нужны более весомые доказательства. Что ты хочешь, чтобы мы сделали? На кону неделя отдыха без наших дураков. Давай-давай, встаём. Браво! Молодцы! Спасибо, спасибо. Мне было достаточно простого подтверждения двух остальных, но так даже лучше. Кто готов сразиться с нестандартной семьей? Мы! Еще одна семейка меньшинств? Нет, мы просто братья. Блин, и чего мне это в голову не пришло? Кто еще? А запишите нас тоже, пожалуйста. Отлично. Хоть одна олдскульная семья. Итак, завтра встретимся на пляже. Адиос. Здорово, лесбухи. Угу. Предлагаем добавить еще один пунктик к нашему выигрышу. Проигравший становится рабами победителей и подчиняется им во всем до конца отпуска. Согласны. Только если проигравший становится рабами до конца своей жизни.
Согласны. Согласны. Готовьтесь навсегда забыть. Про вынос мозга, походы по магазинам и отмазки, типа у меня сегодня голова болит. Это вы готовьтесь к пожизненному мытью посуды, уборке квартиры и бесконечной глажке белья. Да, и мы с девочками хотим отпраздновать нашу будущую победу, так что давайте. Отвалитесь, неудачники. Погнали. Официант самого дорогого шампанского. Давай, давай, наливай. Gracias. Thank you. Thank you. За победу! Неудачники, значит. Алло, здравствуйте. У моей жены украли кредитную карту. Ваша карточка заблокирована. Sorry. Мне очень жаль. Sorry. И что мы будем делать? Вон там, за соседним столом, сидит мужик и пялится. Он за нас за всех и заплатит. Давайте его сюда. Блин, все бабы шлюхи. Костян хорош, моя Сонька не такая. Шлюха! Господи, какой вы смешной! Спокойно, парни. Они просто хотят, чтобы мы их ревновали. А если мы не хотим, чтобы наших жен увел какой-то мужик, надо увести мужика у наших жен. За мной. Дамы и господа! Прямо сейчас на нашей вилле состоится вечеринка до утра. Вся выпивка за наш счет. Вас ждет отличный музон и доступные женщины. Все за нами. А куда? Стоп, вы не проходите. Это частная вечеринка. Следующий. Как это не проходите? Что это значит? Пацаны, отдыхайте. Давай. Стойте! А почему вы их пускаете, а нас нет? Ну я же не чья-то вредная жена, да? Эта вечеринка только для красивых. Дамы, отойдите в сторонку. Не мешайте пройти другим. Следующий. Проходим. Приятного вечера. Тряпка. Слабак. Неудачник. Это она меня так называет из-за моего начальника. А я, главное, чувствую, что теряю свою женщину. А сделать ничего не могу. Слушай, если ты хочешь вернуть свою жену, ты должен доказать ей, что ты мужик. Давай, звони своему начальнику и проси повышение прямо сейчас. Тем более в Москве уже 10 утра. Не-не-не, ты его не знаешь, Карлос. Тут одним звонком не решить. Послушай. Именно о таких начальниках, как у тебя, я знаю все. Первый год он, так образно говоря, наслюнявливает свой пальчик и засовывает его тебе прямо в задницу. Если ты это стерпишь, то на следующий год он уже засовывает туда кисть. А если ты стерпишь и это, то на третий год он засунет ее туда по локоть и будет управлять тобой как куклой. Неужели ты хочешь быть чьей-то куклой с рукой в задницу, а? Давай, звони начальнику. Давай, давай. Тихо все! Алло, Михаил Юрьевич, это Вадим. Знаете, что я вам давно хочу сказать? Я не позволю больше засовывать руку мне в задницу. Я терпел, когда вы мне засунули в задницу палец. Терпел, когда засунули кисть. Но по локоть не позволю. Короче так. Или вы мне даете повышение, или я увольняюсь к чертовой матери. Да! Вот так бы сразу. Меня уволили. Мужик! 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 Чего это Вадик учудил, что они его мужиком называют?
Вы только посмотрите, как им там весело. Мужик! 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 Так, а я не поняла, это что это? Трусы Макса? Ах ты скотина! Посмотрим, будет ли им с утра так же весело. Хорошо вчера погудели. Башка трещит. Ничего не помню. А чем все закончилось? Че вы орете, а? Блин, как у вас тут душно. Уф. Макс? Макс. Макс. А. Твою мать! Не всегда говорили, что мне классной попкой. Надо быть начеку. Не уберег. Мы должны все рассказать нашим женам. Мы были пьяны, женщины некрасивые. Они поймут. Вадик! Ты с ума сошел? Они будут издеваться над нами до конца дней! Но я не могу жить с таким грузом на душе, ребятки! Ребятки? Не называй нас больше этим словом. Мне теперь не нравится, как оно звучит. А как мне нас называть? Как хочешь, только не этим словом. Парни. 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 Парнишки. Нет, тоже дурацкое слово. Да нормальное слово, что ты докопался? Здесь что-то не так. Макс, перестань. Макс, Макс, Макс. Макс, ты чего? Прекрати. Макс, не делай этого. Макс. Макс. Макс, не надо. Нет, 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 нет. Это мыло. Фу. Вроде знаешь, что там, а все равно так противно. Блин, Макс испортил наш лучший прикол. Жидкое мыло. Я так и знал, что здесь что-то не так. А если бы там было не мыло? Да это уже не важно. Главное, что мы мужики. Мужики! На этот раз они вообще перешли все границы. Мы им должны так отомстить, чтобы они надолго запомнили. Костян, что с тобой? Чуваки. Я не гадил уже трое суток. Ну так сходи! Не могу! Мне, чтобы сходить в этот туалет, нужен наш домашний стульчак. А он лежит у Кристины в чемодане. Знаете, парни, я, кажется, придумал, как нам отомстить нашим женам и заодно вернуть твой стульчак. Соня, ну с Максом ты, конечно, немного переборщила. Да пошел он. Надоел. Ведет себя как ребенок. А может быть, они сами все поймут и придут извиняться? Стоять и направлять! Тихо! Тихо, я сказал! Сохраняйте спокойствие! Заткнулись, я сказал! Заткнитесь! Если вы сейчас не заткнетесь, ее мозги окажутся на полу! Я не шучу! Макс, ты перегибаешь! Макс? Ма,
мальчики, вы нас и так достаточно напугали. Можно прекратить этот маскарад? Закрой рот, потаскуха! Иначе пострадают твои подруги! Макс, перегибаешь. Прикинь, амиго! Они думают, что я какой-то там Макс! А-а-а-а-а-а! Держи ствол, если что, стреляй! Ну чё, иди сюда, шалава! Макс, это уже не смешно. Сейчас я тебе покажу своего Макса. Сейчас ты с ним очень близко познакомишься. Вадик, вы совсем, что ли, с ума сошли? Стоять! Макс! Макс, завязывайте! Не подходи! Стреляй в ноги! Амиго, походу это копы, валим отсюда! В следующий раз я закончу свое дело. Что это нахрен было? Что это нахрен было? Скажи, там круто жился роль, да? Слишком, блин. Костян, ну а ты что так долго? Макс чуть свою жену не изнасиловал. Ага. Да, наши парни от одиночества совсем одичали. Это было даже интересно. Мы же договорились, берешь стульчак и валишь. Кристина приковала стульчак к унитазу. И что? Пришлось там все сделать. Девчонки, конкурс через 15 минут. Костя? Красава! Смотрите, что я там нашел. Тест на беременность. Положительный. А чей он? Я откуда знаю. Тьфу! Какие наивные дурочки. Ну ли мы поведемся на такой дешевый развод? Ага. Парни, на конкурс опаздываем. Погнали! Погнали, погнали. Buenos dias, amigos! Мы начинаем наш семейный конкурс! И первый этап – танец лимбо! Эй! Кто лучше всех танцует? Раз, два, три! Выбирайте участника! Ну, а чтобы нам всем было интереснее смотреть, мы подожжем палку! Встречаем наших участников! Ну что ж, мы готовы! Так что завтра на этом же месте, в это же время, нас ждет второй этап конкурса. Адиос! Привет. Чё хотел?
Злат, я так соскучился. Ты в записке написал, что у тебя ко мне важный вопрос. Да. Как дела? Это вопрос? Я пошла. Нет, вопрос другой, конечно, просто... Злат, ты должна знать. Я вчера позвонил Михаилу Юрьевичу по поводу повышения. Ты же мой мужчина. Я еще во время ограбления заметила, что что-то в тебе изменилось. Я так завелась, когда ты наставил на меня пистолет. Злат, Злат, просто дослушай сначала. Я же позвонил Михаилу Юрьевичу. Хотя это подождет. Не надо бежать. Если девчонки узнают, что я с тобой, они решат, что я предатель. Давай завтра вечером встретимся в это же время. Я как-нибудь от них отмажусь. Злат, ты беременна? Давай завтра поговорим после экскурсии. Злат, просто ребенок это... Ну, нет, это круто, конечно. Просто это же дополнительные траты. А сейчас просто не очень вовремя, что ли. Ну, не кстати. Ты же не дала договорить. Я позвонил Михаилу Юрьевичу, и просто я... Все та же тряпка и тюфяк. Нет, я совсем не это хотел сказать. Вот я дура. А я думала, ты изменился. Так, Злат, я не понял, ты беременна или кто? Злат! Злат! Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так, раненый в сердце тобой, буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да я не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Одна из древнейших пещер острова Свободы. В центре самой пещеры, куда мы сейчас с вами и отправимся, находится сохраненная по сей день статуя бога желаний. Все металлические предметы, телефоны оставляем, пожалуйста, в корзине и проходим за мной. А вот статуя древнего бога Гуанахатабей. Есть поверье, что если загадать самое заветное желание и прикоснуться к мужскому началу статуи, то ваше желание обязательно сбудется. Кто хочет, подходит к статуе и загадывает свое сокровенное желание. Мне кажется, я знаю, что пожелает наши мужья. Мозгов! Очень смешно, а? Желаю здоровья всем своим друзьям и близким. Здоровье – это главное. Да. Ого! У бога желаний никогда еще не было такой групповушки. Вот вы дебилы. Они, главное, труд писюн статуи, а дебилы мы. Ну, а у вас какое желание? Молодой человек, у нас желание не трогать чужие вот эти причиндалы. Это правильно. Ладно, ладно, все. Давайте серьезно. Давай. Хочу стать как жидкий робот из Терминатора 2. Хочу читать мысли женщин. Хочу встретить какую-нибудь суперзвезду. Есть идея. Стой! Окей. Окей, стоп. Похоже, кому-то не хватает мужского внимания. Вандалки! Опять эти русские. Четвертый случай за месяц. Сколько нужно его приклеивать? Следующая часть нашей экскурсии будет посвящена диким растениям. Мы отправляемся с вами в джунгли. Капец, как интересно. Аж спать захотелось. Парень, пойдемте в автобус, покемарим. Я с вами. С помощью этих листьев папоротника племена набирали дождевую воду. А вот довольно редкий вид кактуса. Шаманы использовали его сок для общения с духами. Интересно, что за духи? Ну, каждому они являются по-своему. Кому-то в виде доброго наставника, а кому-то в виде страшного чудовища. А можно попробовать? Категорически нет. Этот вид занесен в Красную книгу и строго охраняется законом. За мной, пожалуйста. Саня, давай.
Проходите за мной, пожалуйста. Парни, а вы замечали, какой у нас красивый отель? Особенно вон тот камень. Давайте оближем его. Парни, я как жидкий робот из Терминатора 2. Я могу принимать любую невероятную форму! Я могу стать чем угодно! Гениально! Коробка! Я хочу сложить в тебя свои вещи! Не надо! Попробуй что-нибудь посложнее! Газонокосилка! Газонокосилка! Вот дебилы. Надо было тоже кактус выпить. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Эй, мужик, а где все остальные? А все остальные повзрослели. Сергей Жуков! Да ладно! Руки вверх! Вот это да! Я вас обожаю! Я вырос на ваших песнях! Да я их наизусть все знаю! Жуков! Сергей Жуков! Вот это да! У меня столько к вам вопросов накопилось! Поторопись, у нас очень мало времени. Хорошо, хорошо. У меня только один главный вопрос. Скажите, вы так хорошо разбираетесь в женщинах. Что нужно сказать девушке, чтобы она тебя простила, когда очень сильно обижена на тебя? Ну, ты и сам знаешь этот ответ. Нет. Его ты найдешь на моем 6-м альбоме, 11-й трек. 6-й альбом, трек номер 11. А он тебя целует, говорит, что любит. Нет, нет. Это 14-й альбом, 28-й трек. Блин. 6-й альбом, 11-й трек. А, забирай меня скорее, увози за 100 морей. Ты издеваешься, что ли? Нет, это мой 45-й альбом, 24-й трек. Блин, я не помню. За что, Жуков? Серёж! Макс, просыпайся. Или меня ещё глючит, или мы находимся в местной тюрьме. Так, мы уснули в автобусе, потом жидкий терминатор, газонокосилка, Жуков, тёлки. Это и есть те трое безбашенных белых, о которых ты мне говорил? Да, они забрали у отдыхающих полотенце и пытались вытереть океан. Туристы. Небось, снова обдолбались шаманским кактусом. Подержи их немного, пока они окончательно не придут в себя, и отпускай.
Зайдем покурим. Полицейский, простите, просто... господин полицейский. Да. Господин полицейский... Подождите! Просто... Я, кстати, по телеку видел, что когда вот так вот полицейский стучит дубинкой по решетке заключенного, это значит, что сегодня ночью его убьют. Или изнасилуют. Я точно не помню. Я не хочу ни того, ни этого. Ваденька, Вадюшенька, сделай что-нибудь. Ваденька! Давай ремень, снимай. Ага. Сейчас. Хочешь обменять мой зад на свою свободу? Кость, что ты несешь, а? Я хочу твоим ремнем достать телефон и позвонить твоему отцу. Нет. Звони куда хочешь, только не моему отцу. Костя, у нас нет времени. Ты слышал, что сказал Макс? А хуже всего, что если мы сегодня не успеем на конкурс, то станем рабами своих жен. Давай ремень. Может, заберем наших мужей? Сразу же после конкурса. Да, их признают проигравшими, и мы поедем из тюрьмы вызволять наших рабов. Аккуратней! Звони. Привет, пап! Костя, сынок, привет! Ну как вы там отдыхаете? Я в тюрьме. Нет времени объяснять. Ты можешь нас вытащить отсюда? Конечно, смогу вытащить, сынок. Только вот сейчас заблокирую все твои счета и кредитные карты. Жди, сынок, жди. Все. С этого момента я официально бомж. Идите уже отсюда. У меня через 10 минут обед. На выход. Фига себе, твой отец быстро дела делает. Шевелите булками, скоро конкурс! Май! Hola, muchachos! Нас ожидает второй этап нашего семейного конкурса! Морская битва! Кто первым доплывет туда и обратно, тот и победил! Для нас главная безопасность, поэтому надевайте спасательные жилеты и защитные шлемы! Мы готовы начинать! Ну а чтобы нам всем было интереснее смотреть, можно бить друг друга веслами! 3, 2, 1, поехали! Готовили какую-нибудь засаду на завтра? Нет. Ага. Так ты мне сразу и сказал. Это правда. Но надоело. Мы приехали сюда отдыхать со своими мужьями. В итоге уже третий день даже не разговариваем. Я соскучилась, Кость. Я по тебе тоже ужасно соскучился. Это было круто. И быстро. Сегодня нужно было как-то выбираться из тюрьмы. Я попросил у отца помощи. Он лишил меня всех денег. Ну ничего страшного. Мы ведь теперь семья, мы справимся. Блин, Кристинка, я так рад, что ты это сказала.
завтра позвонишь родителям и скажешь, чтобы они переслали нам деньги. Стой, я не о том. Я имела в виду, что ты сможешь устроиться на работу и сам приносить деньги в дом. Кристин, ты в своем уме? Где я и где работа? У меня отлично получается тратить деньги, а не зарабатывать их. Если не хочешь звонить своим родителям и просить для нас денег, то и не нужно забивать мне голову всякой романтической ерундой. Ерундой? Мой папа встретил мою маму, когда они были бедняками в общежитии и всего добились сами. Я думала, что мы не хуже. Но, видимо, я ошиблась. Кристин, подожди, ну просто так все навалилось. Папа, я не знаю, чей тест на беременность, ну... Ну что, решено? Я не против. Окей, завтракаем и идем мириться с парнями. Угу. Одного из ваших акула покусала, он на пляже, бежим! Костя, Дима! Макс! Двое других за помощью побежали! Девчонки, быстрее, скорую! Макс! Макс, ну что ж такое, а? Любимая, это ты? Это я. Сейчас приедет скорая, все будет хорошо, не волнуйся. А я? Я умираю. Нет, нет, ты не умрешь. Все будет хорошо. У меня? Тебе? Есть просьба. Все что угодно. Говори. Отсоси мне. Максюш, ты бредишь. А он бредит. Нет, я не в бреду. Поцелуй его. Тише, тише, тише. Тише. Сонечка, родная, я не чувствую ноги. Где она? Она рядом. Принеси ее. Я не хочу умирать без ноги. Ага, сейчас. Сюрприз! Сюрприз! Идиот, это не смешно вообще! Ну как не смешно? Смотри, он все ржет. Ты видел ее лицо? Придурок, ты никогда не думаешь о последствиях! Ты вообще никогда ни о чем не думаешь! Почему ты не зовешь меня на ночные свидания, чтобы узнать, беременна я или нет? Какое свидание? У нас же война! Да, а твоим друзьям это не помешало! Предатели, блин! Сонь, постой! Макс, ничего личного! Сонь, постой! Извини, ну, согласен, ну, перегнул с приколом. Да дело не в твоих приколах, а в твоем отношении ко мне, к нам, к нашему будущему. Ты про эту якобы беременность? Сонь, ну мы эту тему уже 100 раз с тобой обсуждали. Я не создан для воспитания детей. Я не смогу объяснить своему ребенку, как устроены звезды, как бы ты с легкостью сделал бы Вадим. Я не смогу своему ребенку на 16 лет подарить Феррари, как бы это с легкостью сделал бы Костян. Я раздолбай, понимаешь? И мне нечего дать нашему ребенку. Да? Да. А помнишь, мы ходили с тобой на день рождения, где было много детей, и все эти дети весь вечер ни на шаг от тебя не отходили? Ну, помню. А потом один мальчик поперхнулся, все растерялись, а ты ударил его по спине ногой и спас. Помнишь? Ну, помню. К чему это все? К тому, что ты веселый и ответственный, когда надо, а ребенку большего и не нужно. Просто ты боишься повзрослеть. Ну чё? Да ничего. Теперь, чтобы вернуть наших жен, придется выиграть этот гребаный конкурс. Ну что? Это был очередной прикол. Короче так, хотим проучить мужей? Нам нужно любыми способами выиграть этот, мать его, будь он трижды проклят, конкурс. Мы первые сюда пришли, так что валите отсюда. А мы ближе стоим к бассейну, так что уйти придется вам. Угу. Сильный пол должен уступать слабому. Это кто это про слабый пол вспомнил? Ладно, ладно, давайте, идите отсюда, а? Нам нужно подумать. А есть чем? Проходи, проходи, будь осторожна, осторожно. Молодец. Ну как вам там водичка? Потеплее, погорячее сказать, чтоб сделали. Я вот смотрю на вас и не пойму. Вы женаты уже, наверное, лет 100. И как вам удается быть такими такими... Счастливыми. Я хотел сказать, до тошноты милыми. Ха, да это очень легко. Залог семейного счастья в взаимоуважении и терпении друг к другу. А мы женаты всего неделю, а ссоримся каждый день. Молодая девушка, мы уже 25 лет с женой ссоримся. И что из этого? Мы же знаем, что не можем друг без друга. Пойдем.
Вы их видели вообще? Да ни у кого из нас нет шансов выиграть конкурс у мистера взаимоуважения и терпения. Согласна. Предлагаю избавиться от них. А уже потом, в честном бою между нами, определить победителя конкурса. Согласна. Это по-честному. Нас шестеро, их четверо, двое детей. Мы их уроем. Кажется, я знаю, что нужно сделать. В чем их главная сила? Они любят друг друга. А в чем их главная слабость? Они любят друг друга. Нам нужно их поссорить. Как мы это сделаем? Как насчет компромата? Тост. Подождите, я с вами. За самый сплоченный в мире коллектив. То есть за нас. Ура! Муж изменщик. Жена извращенка. Дети алкоголики. Другое дело, уже не так похоже на идеальную семью. Кстати, а кто подсунет эти фотки под дверь? Я могу. О, решено. Макс и Соня. У меня есть тост. За такое же мирное продолжение свадебного путешествия и плевать нам на этот конкурс. Так, стоп. Что значит наплевать на конкурс? Ну, а смотри, как нам хорошо сейчас. Зачем нам участвовать? Ну, это нам сейчас хорошо. А через минуту вы снова что-нибудь выкинете. Мы против отмены спора. Да? Да. Да? Да. Ах так? Ну, значит, война. Пойдемте, девчонки. Дади. Фотки подсуньте. Парни. Это война. Соня! Твою мать, Макс, напугал! Привет. Чё тебе надо? Это, я хотел с тобой поговорить еще на пикнике, но просто там не до этого было. Неподходящий момент, ты так не считаешь? Короче, я решил. Я готов стать отцом. И в доказательстве своих слов, смотри. О, я набил имя нашего будущего сына, прикинь. А если будет девочка? Блин, об этом я как-то не подумал. Вот про это я и говорила. Тебе надо повзрослеть, Макс. Папа, а что мы здесь делаем? Дети мои, жена, Цабатаны, послушайте. Когда я был совсем маленький, мой дедушка рассказал мне одну притчу. А я ее хочу рассказать вам. Держи. В одном селе жили два соседа. Однажды ночью один другому под дверь положил ведро, наполненное какашками. А тот сосед взял ведро, помыл его, наполнил самыми вкусными яблоками, которые растут у него в саду, и поставил под дверь этому соседу.
Отсюда мораль. Каждый делится тем, чего у него много. А у нас в семье много любви. Я бы хотел поделиться с ними. И хорошо, хорошо, что есть разница во времени между Арменией и Кубой. Мои предки, наверное, сейчас спят и не увидят то, что я сделаю. И я не хочу, чтобы вы тоже видели. Повернитесь. Повернитесь. Давай, давай. Желаю им любви. Пошли. Все, пошли. Пошли, 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 пошли. Пап, я не помню, чтобы нашего дедушки росли яблоки в саду. Какая разница, росли, не росли, это притча. Мне руки надо помыть. Победителей из этих двух семей. Кого вытолкнули с ринга, тот и проиграл. Ну а чтобы нам всем было интереснее смотреть, мы завяжем вам глаза! Стойте, стойте! Посмотрите на нас, что мы делаем. Стоим озлобленные, готовые глотки друг другу перегрызть. Как будто совершенно чужие люди. О, финальная речь. Поддерживаю. А ведь это все из-за вас, женщины. Все потому, что вы вечно учите нас, как надо жить. Да! Потому что вы вечно покупаете нам одежду, которая нравится вам, а не нам. Да! А вы, мужики, вечно вместо новых носков выбираете наименее вонючие из грязного белья. Да! Вы можете 2 часа краситься и наряжаться на простую прогулку. Да! Да это чтоб вы, мужики, на этой самой прогулке на других баб меньше пялились. Да! Вы, мужики, не знаете, что такое одиночество. Да! Да мы до 18 лет только этим и занимаемся! Yeah! А кто-то и до 26. Вы вечно с нами, как с детьми, постоянно указываете, что нам делать. Да! Yeah! Если бы мы не указывали, что вам делать, кто-то бы так и не позвонил начальнику. Да! Yeah! Никого-то бы так и не уволили! Тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Да вы, мужики, постоянно забываете нас поздравлять со всеми праздниками! Да! Yeah! Праздниками? Праздниками! Как мы можем помнить про все это? Ровно 2 месяца с нашего первого поцелуя. Годовщина первой встречи, день рождения собачки, день рождения мамы, день рождения собачки мамы, день Святого Валентина. И мы должны помнить про все эти праздники. Ты кое-что забыл назвать. Что? Что я забыл? Девчонки, я не поняла, а какие правила финального конкурса? В любви, как и на войне,
нет правил. Из всех окружающих меня лизоблюдов только ты смог проявить характер. И высказать мне все в лицо. Что? Я предлагаю тебе вернуться на работу в качестве вице-президента. Я подумаю. Где наши девчонки? Я не видел. Они вызвали такси в аэропорт и попросили передать вам обручальные кольца. А вот это, пацаны, уже реально. Очень плохо. Кажется, мы выиграли битву, но проиграли войну. И что теперь делать? Я вспомнил! 6-й альбом! 11-й трек! 30-летний ребенок. Его уволили, он мне даже не сказал. Работа, видите ли, не для него. Мягкий шелк простыней мне напомнит нежность руки твоей. Мне не спится опять, в эту ночь могу я лишь мечтать. Кристина, если ты меня простишь, я обещаю, что все изменится. Мы не будем больше зависеть от денег моего отца. Вот деньги, которые я заработал сам. Хоть и стриптизом, их не так много, но я обещаю, что... буду стараться. Сонь, ты говорила, что мне нужно повзрослеть. И что будет, если у нас вдруг родится дочка? Ты знаешь, я подумал, и теперь я готов и к этому. Ну а ты чего молчишь? А разве должен что-то говорить вице-президент компании? Вы что, не братья, а вы не любовницы? Дон Фернандо еще никому не прощал обман. Ну, из-за того, что кто-то выложил драку на YouTube,
У нас разрывается телефон от желающих посетить наш отель полный кубинского колорита. Так что держите ваши путевки. Чао! Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы надеемся, вы нас простите за то, что мы сделали. Нормально. Спасибо за пример большой семейной любви. Хорошего отдыха. Ну что это? До свидания. Спасибо, спасибо, до свидания. А если два пацана будет, а? У меня в роду, между прочим, близнецы были. Но у тебя же еще ноги не зататуированы. Точно! А почему твои друзья точно так же не гладят своих жен? В смысле? В том смысле, что у вас тоже скоро будет пополнение. Сюрприз! Тройные роды! Тебя обласкают! Тройные роды! Простыне, мне напомни, не знать груди твоей, мне не спится опять. Эту ночь могу я лишь мечтать. Губи твои, битвы слез и мои, я не могу иначе. Ла-л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 а. Стоишь ты, мой малыш, зеленый камень, это не прости, что стоя. Далеко мы не виделись с тобой давно. Ла-л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 а. Я без тебя ничего не пою, лишь я тебе не стоя. Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я ты боком плачу. Губи твои, вытрут слезы мои, я не могу иначе. Я без тебя ни живу, ни пою, лишь я тебе мечтая. Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я тихонько плачу.